Еще недавно на этом месте стояли старенькая скамейка и небольшая горка, вспоминают местные жители. Теперь красуется современный игровой комплекс с качелями, лазалками, безопасным покрытием и дополнительным освещением. Алина живет здесь уже более 8 лет и таким изменениям в родном дворе очень рада. Место прям подходящее. И мы очень, конечно, обрадовались, когда увидели здесь стройку. Ходили любопытно, смотрели, когда. И вот у нас теперь такая замечательная площадка. Глава муниципалитета Андрей Иванов и вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов разделили радостное событие с горожанами. Устроили настоящий праздник. Подарили летнее лакомство, мороженое всем, кто пришел. Сегодня в Звенигороде мы вместе с жителями и, конечно, радостными детишками открыли первую площадку в микрорайоне Южный. Все счастливы, довольны. Как раз каникулы, летнее время, хорошая погода. Там была такая детская активная атмосфера на площадке. Ну, соответственно, пообщались с родителями, рассказали о всех тех планах благоустройства и подготовки нашего любимого Звенигорода к празднику в следующем году, к юбилею. И такие праздники будут продолжаться, рассказал глава муниципалитета. Это уже 8-й по счету игровой комплекс. Всего в Одинцовском округе до конца года планируется обустроить 10 таких дипов. Евгения Августина, Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».